Всем приветик, ребята! Мы вернулись в игру «Кухонная лихорадка». Сегодня с вами будет играть Саша. А не пугайтесь, что голос не Сашин. Мы не поменяли пол, просто-напросто я выбираю тут, что улучшить, какие дивиденды собрать, с чего собрать, а потом он ко мне присоединится. Так, мы идем в кафе «Мексикана», любимое Сашино кафе, которое он прокачивает. Скажем так, все кафешки на острове, все рестораны, это просто жесть, по-другому не скажешь. Он вроде бы столкнется с проблемами, конечно, тут что-то приехало для увеличения скорости обслуживания, но я так думаю, этого не хватит. Поэтому вполне вероятно, нам нужно что-то улучшать, чтобы завтра или послезавтра, когда он будет играть, чтобы все это уже было. Значит, во-первых, они слишком быстро у нас уходят в кафе «Мексикана», поэтому здесь нам надо прокачивать в интерьере все, что ожидает дополнительно, короче, чтобы они ждали. Плохо то, что все это прокачивается за алмазы, но делать нечего. Так, время на чаевые увеличено. У Саши это тоже больное место, потому что все, что на кухне прокачивается, это все дорого. И ха-ха! Как ни странно, это не только дорого, но еще и ко всему прочему. Так, сумма чаевых увеличена. Дартс мы можем купить. Пиньята, такое приспособление, которое разбиваешь, тоже увеличивает сумму чаевых. Что-то как-то неприкольно. Почему? Лена, а может быть кухню улучшить? Это ведь мы сейчас вот, если мы сейчас улучшим, тебе только завтра приедет. Да, через 5 часов. Может быть, не стоит лучше кухню. Да, но тебе все равно это улучшать надо, поэтому да? Какая разница? Да, мы все время с тобой забываем улучшать это. И перед этим Макаром, Мила, у меня столько алмазов накоплено, что тебе хватит и на то, и на другое, и на третье, и на десятое. Так, теперь вопрос. Смотри, я могу улучшить сумму чаевых, чтобы оставляли больше, или чтобы к тебе приходили доп-клиенты. Что хочешь? Сумму чаевых. Угу. О, смотри, как он это шевелит. Я их просто не успеваю. Как он шевелит. Ладно, тогда улучшим вот это. Не успеваешь, потому что они уходят. О, вы посмотрите, я улучшила, их станет еще двое, боже мой. Я бы, убежала от кафешки с таким страшным мужиком, который там... Так, сумма чаевых, так, на пристани нам не надо, логотип что делает? Он увеличит, да, давайте тоже его прокачаем. Увеличим Саше по максимуму ожидания, пускай ждут больше. Так, время ожидания 14, ладно, оставим ему 14 на прокачке кухни, ай да, ему что-то пригодится. Так, хорошо, солнышко, я тебе, пожалуй, место уступаю. Меняемся, 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 меняемся. И вас ждет мексиканская кухня, ребята. Мексиканская. Ой, как я это все забыл. Сейчас буду плохо чувствовать играть. Мне ничего не надо прокачивать. Попробую так сначала вспомнить. Попробуй так. Вспомнил уровень. У тебя вообще-то приехало по интерьеру, что там должно было увеличить у тебя. У тебя, короче, что-то прокачалось. Мы же тогда, когда уходили, хорошо, сейчас я попробую вспомнить, что-то надо нажимать. Мясо надо, вот эту штуку. Эти штуки надо. На одну эту. Эту тортилью засунь, да. Вот эту штуку. Так, ну вот эти. Так, мяско еще. Ой, боже мой, я не успеваю. Ну, забей, вы чего, как слушай, все по быстро. Одному. Чипсы мы запускай. Так, мясо горит. Мясо. Сыр кидай, кидай сыр, кидай на лепешку. Сыр, где сыр вот это? Молодец, отлично. Так, да, что-то я как-то, блин, снимай, я ничего не успеваю. Слева а, черт, Лен, это вообще нереально. Ничего, все пришли, ну как, я не могу, Саш, это все делать. Вы чего, посмотрите, сколько всего на заказывали. Подожди, подожди. Я не смогу. Папу все могут, и ты сможешь. Просто начни с уровня до этого, и все. Нет. Нет, ну ты сейчас приспособишься и вспомнишь, что да как. Все играют и все ну могут. Как это они все пришли? Я ничего не успеваю, всем все надо, блин. Ребят, как вы поняли, какая-то жесть просто. В интерьере жесть. Я не только из-за Саши. Я больше прокачивала с учетом того, что, видимо, придется в этой кафешке орудовать мне рано или поздно. А раз мне придется орудовать, значит все плохо. Я буду, короче, только мясо готовить, потому что эти я не успеваю, там что-то все как-то сложно. Вот эти штучки мясные будут делать, и все. И бутылки ну, раздавать. Ну, тебе две стоят. Пошли вы все в жопу, я не могу ну, играть. Саш,
Ну ты приготовь-то одну и кидай ее. Пускай она стоит. Я ее кидаю. Идите в жопу, у меня вот мясо. Отдай. Отдам. Да, вот, вот мужику я отдам вот это. Ты что, чипсину? Все, блин, я не успел, время закончилось. Чего тут мучиться? Давай, ну он тебя бы не приготовил. Все, идите все, гуляйте. Успели бы приготовиться. Блин, у меня всего две кружочки, а их смотри, сколько хотят они. Чипсины. Ну зайди на кухню лучше чипсину, раз я ты так. Я вообще не могу, Лен, они приходят, куча народу, по несколько блюд, ну я не смогу все это приготовить, Лен. Саша, там надо следить, чтобы не подгорело еще. Тех, кошмар какой-то. Для тех, кто не в курсе, Саша прошел суши-бар. Он его закрыл полностью. После суши, мне кажется, вообще ничего не страшно. Там столько ингредиентов. Суши хотя бы вкусно, а тут говно какое-то. Ты хоть раз пробовал мексиканскую кухню? Причем говорить, надо попробовать. Вкусная кухня. Просто специфическая. Кстати, остренькая, как ты любишь. Правда, в нашем городе, насколько мне помнится, нет у нас мексиканской кухни нигде. Как-то у нас еще мексиканцев не занесло. Да, конечно, тяжеловастенько. Ничего, привыкнешь. Ты не отвлекайся, я поболтаю сама по да, себе. Да, жесть, конечно. Так, вот эту штучку с зеленушкой какой-то сейчас отдам. Вот это тоже я отдам. Ну идите вы в бань, не хотите ждать, идите, я тут никого не заставляю. Так, вот тебе. Сейчас. Эту штучку тебе сюда. Так, мужичок готов. Звучало, конечно, ужасно. Интересно, сыр надо? Мужичок готов. Наверное, надо. Так, мужичок приготовился. Зовут следующего. Бутылочку, понял. Сейчас парочку зову тогда. На, вот это тебе. Это все с блином мы тебе сейчас приготовим. Так, сначала эту штуку надо. Да, тебе зелененькую. Сейчас эту штучку мы тебе отдадим. Так, все, вот это почти готово. Сейчас мы тебе, хопа. Ах ты, черт, ты чуть-чуть не дождался, гаденыш такой. О, воду, пожалуйста. Это бери. Вот как раз для тебя. Сейчас мы тебе еще тоже такую же сделаем. Вообще не вопрос. Это. Зовем следующих, потому что время кончается. Может, кто-то попросит. Это уж... А, мадам, не ушла. Я ж тебе сделал уже. Ну что ж ты такая нетерпеливая. Ладно. Что значит? Блин, так сложно на 15-м. Что будет на 30-м, блин? Это же здесь какая-то будет. А, это будет просто жесть. Не волнуйся, там я прокачала себе столько всего. Придет, потом все будет очень даже просто. Кстати, ребят, я сейчас подумала, что какая же я хорошая жена-то, а? Заработала куча алмазов, целых 25 штук, честным трудом. И спустила их на улучшение в кафешку. Я не успеваю, следите за тем, за этим. Ну, не успеваю, я не знаю, как это делать. Вначале готовь, потом... Нереально уже. Вообще. Блин, какой кошмар. Ой. Нереально. А вместо благодарности получается... А чего не берет у меня, не понимаю, блин, а? Что такое, я ничего не понимаю. Даже ты фарш не положил, вот он тебе и не берет. Ты ему отдаешь пустую лепешку без фарша. Фарш засунь там, где он еще тут горит сейчас. Но... Да, как это сложно этому не играть. Это просто жесть. Mm-hmm. Ну, кафе «Остров» вообще требует траты алмазов. Это, блин, какая-то жопа. Я не знаю, как это проходить. Это, как? Спокойно не напрягать. Мне кажется, это нереально. Ну, зайди на кухню, что-нибудь посмотри, что можно прокачать. Только ты вначале... Лен, ну я не могу, я не успеваю. Вот они заказали столько блюд. Ну, как я это все могу приготовить? Ну, Лен, ну как? На пацана забей. Ну, как это возможно? Это невозможно все приготовить. Сыр, Лен, лепешку. Невозможно все это готовить. Просто... Они слишком много все заказывают, у меня глаза сбегаются. Я не знаю, куда тыкать, просто. Лен. Посмотри на людей справа. Как это все делать? Это давай, не представляю. Справа, забей ты на левых. И ну все. Как это играть в это говно? Я не представляю. Выбирай, кто у тебя первые будут. И все. Не буду никого обслуживать. Буду заново пытаться. Нереально. Это пройти нереально. Да ладно тебе, реально. Но они приходят слишком много, их четверо. Как я могу все это Саш, приготовить? Ну забей ты на двух.
из очереди. Отдай только двум их заказы. Или одному, на остальных забей. Да, конечно. Халтурить придется. Ну а что ты хочешь? Ты один повар, а их четыре. Ну пришли, пришли. Платить больше не хотят за то, чтобы их обслужили в VIP-очереди. Поэтому расслабься и не напрягайся. Вот теоретически этому музыканту надо лесом послать. Да, я ему дам одну и все. И больше ничего. Да, вот девушку лучше. Раз уж я приготовил. Ну что не берет? Я не понимаю. Да что ж такое-то? Ой, блин, я не могу играть. Не получается у меня. Да потому что не надо. Там еще это слить в сковородку, чтобы не сгорело. Ну как это играть? Я не представляю, как это невозможно. Надо смотреть на девушку, блондинку. Невозможно пройти этот уровень. Невозможно. Да ладно, возможно все. Короче, я не готовлю эти лепешки, я буду только вот эту мясную штучку готовить. Потому что вначале просят две штучки вот этого. Да забей ты на этого мужика. Нет, я его обслужу. Да потому что он чипы тебе сам не даст. Даст. У тебя фарш не так. У тебя, кстати, вторая сковородка фарша есть. Ты в курсе? А, только слушай, теперь вторая сковородка фарша. Да, да, только она тебе не нужна. Ай, черт, и чего? Да я все-таки мужика обслужил. Я могу тебе говорить. Не надо ничего мне говорить. Так, ну я не успею тетку обслужить. Ладно, пошла на лесом тогда я уже. Сейчас я эту штучку, чтобы не сгорела, не выкидывать. Вот так буду, не торопясь все делать. Да, и фарш, что ты фарш-то не запустил? Объясни мне. Какого леса? Зачем? Кто у меня заказал фарш? Мне никто его не заказывает. У тебя еще 10 человек впереди. Ай, блин. И чего? Куда я знаю, что фарш, что они не фарш закажут? Ну, раз ты готовишь только фарш, наверное, фарш будет. Так, Лен, не надо меня путать. Будет, что будет, то и будет. Все, я, видишь, сейчас справился, успел. Вот так. Сейчас мы им приготовим вот эту штучку. Эту тоже приготовим. Фарш горит. Так. Воду вот дай. А что там мне дашь воду? Ну да, еще же другой придет народ. Никто сейчас не придет, просто чаевых лишился. Да? Конечно, он был доволен максимум. Да если бы отдал сразу, получил бы максимум чаевых. И куда ты ушел-то? Я же тебе приготовил. Ну что время ты будешь делать? Ну, практически. О, молодец, ты уровень прошел. Так я пошел уровень? Не, ну ты получил уровень опыта. Да никакого опыта не прибавил, как не мог пройти этот уровень, так ну, не могу пройти алмазы, этот уровень. Ну, раз дали алмазы, значит, дали. Как мучаюсь себе 15-м. Чего тебе мучаюсь не хватает? Я нет, не знаю, мне не хватает, не хватает как-то вообще, ничего не хватает, времени не хватает. Они все слишком быстро уходят, Лен. Саша. Они слишком все быстро уходят. Я понимаю, но прокачку. Слишком какие-то все торопливые. Прокачку. Прокачивать надо, чтобы они сидели дольше у меня. Невозможно. Да, 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 мы это прокачиваем. Будь здоров. Тебе, по сути, надо ускорить приготовление фарша? Не знаю, Лен, что тебе, мне надо ускорить как-то чипсины вообще. Чтобы они так быстро не уходили, Леночка. Они как-то очень быстро все от меня уходят. Я ничего не успеваю никому дать. Это будет в следующий раз тебе. Фаршу. Такс. Да идите вы в жопу, я все равно не успеваю обслужить. Я лучше буду по-медленному. Что не кладется? Рано еще. А что ты на нее вообще это... Это зараза такая, я ей все приготовил. Ну что ж ты будешь делать-то? Во, мужик как раз пришел. Вас обед не подходит, думаю. Ну что ты фарш не кинешь? Не знаю, или не успеваю ничего я. Ничего не успеваю вообще. Они слишком все уходят вот быстро, поэтому... приходят быстро, Лен. Они очень играть быстро все хотят жрать. Не, поэтому ты в Вормакс стал плохо играть. Ты очень хорошо играл в Вормакс после суши-бара, где там куча ингредиентов было, и надо было приготовить кучу всяких сушинг, все это сделать. Ты как-то перестраивался под скоростной режим, а потом вообще просто бог был Вормакса. Да, Лен, у меня мозги не успевают. Здесь они слишком как-то все... К сожалению, в этой игре мозги апгрейдить нельзя, только их можно накачать со временем.
Я за поэтому и люблю такие игры, потому что рано или поздно, я, по крайней мере, понимаю, когда я не могу долго пройти какие-то уровни, и тут бабах, их прохожу. Ну, вот очередная 100-505-я попытка пройти. Ну, нереально пройти. Лен, они слишком быстро уходят. Неужели не понимаешь, в чем проблема-то? Я понимаю, но с точки зрения готовки, что тебе это, долго готовиться? Все равно деньги есть сейчас на улучшение этого. Да, да. Ну попробуй, если хочешь, последний раз. А потом придет все, что ингредиенты, и они будут тебя ждать. А, ну заново попробуй. Попробуй некоторых не обслуживать. Конечно. Всех обслуживать никогда не обслужишь. Кстати, ребят, напоминаю вам самое главное правило посещения ресторанов. Никогда не хамите официантам. Никогда. По одной простой причине. Это тоже люди, которые присутствуют на работе. И представьте себя на их месте. Вам было бы неприятно. Плюс ко всему, официанты несут вам продукты с кухни. И что случится на пути от кухни до вас, никогда не знаешь. Вполне могут вам там и плюнуть, и еще что-то сделать, какие-нибудь бактерии дополнительные. Как говорится, человеческий фактор всегда влияет. Ну, например, там уронят какой-нибудь кусочек хлеба, потом поднимут вам его, обдуют, типа лепешку вот эту с фаршем, и обратно. Сразу вспоминается один глупый американский фильм, где там ладушки начали кричать и просить их с сахарной пудрой сделать. В итоге... Глупый американский фильм-комедия. Повар засунул эти оладушки и пукнул на них, а потом дал их. Поэтому, если вы не хотите попасть ни в какую-то глупую ситуацию, лучше никогда не хамить людям, которые работают. Ну да, не всегда бывает хорошо, но что поделаешь. Блин, мне кажется, это как биться за стенку головой. Вот да не пройти. Делай, ну все. Это невозможно пройти, им надо, чтобы они ждали хорошо. Дольше. Короче, ребята, в следующий раз Саша пройдет 15 уровень, когда придет все, что нужно для прокачки. Вы видели, что практически это нереально все надо пройти, прокачивать, ребята. В этом мексиканском кафе, если вы хотите что-то пройти дальше. Так что, в казино хочешь поиграть? Нет, спасибо. Как, уже хочешь казино? Ну, а там ты не можешь... выиграешь ничего. Не, можешь выиграть. Сутки прошли. Ну, давай, попробуем. Да, зайди в казино. Если ты что-нибудь выиграешь в казино мне, то ты будешь счастлив. Типа, день прошел не зря. А если все просажу, значит, зря только время тратил. Если ты все просадишь, то я буду немножко печалиться, потому что я бы еще что-нибудь улучшила. Да, Лен, давай не будем. Не сыграй, ну сыграй. Ну, смысл, не выиграю ничего. Да, подожди, сутки прошли. Раз в сутки можно выиграть, как говорят. Да, и попробуй. Ну, хотя бы 2000 спусти. Хорошо. Да, в прошлый раз я выиграла в казино и жутко радовалась эти пятнашки. Но, правда, у Саши какая-то рука тяжелая, он всегда вращает как-то не очень хорошо. Ну, все, 2000 я слил. Слил? Да. Нет, ты 2000, до 5000. У тебя было 7000, стало 5000. Вроде бы как. Видишь, полоса тебе улыбается. Ничего там не улыбается, это так. Задним местом поворачивается, да? А сто, еще сто, милых слить. Все. Все. Все, ребяточки, всем пока. Пока-пока.